вопроса кадрового резерва он всегда был, есть и будет. Потому что кадры решают все, и поэтому принято решение. Вот глава республики Леонид Иванович постоянно встречается с молодежью. Буквально был в нашем университете, встречался с вами и ставил задачи и призывал, что, друзья, надо всем-всем участвовать в этом конкурсе. Встреча очень понравилась. Я думаю, в дальнейшем войдет это в традицию, встречи эти. Было бы здорово, если бы эти встречи проходили чаще.